Алматинец Жохар Юнусов нарисовал Абая с помощью воды. Это был основной компонент в создании портрета. Вспомогательными материалами послужили мел и белые нитки. Как он их использовал, расскажет Шапагат Куатбекова. В архиве молодого художника несколько крупных картин и около 3000 портретов. Джохар говорит, что еще с детства понял, что рисовать – это его любимое дело. Идея написать портрет Абая Кунамбая ему пришла внезапно. Однажды в социальных сетях он наткнулся на видеоролик, где девочка водой рисовала бабочку на асфальте. Джохар сразу же ухватился за это решение. На весь портрет ушло 18 литров, но этого все равно чуть-чуть не хватило, но... Повезло то, что прям ровно во все пропорции вот все лицо, что мы прорисовали. Во-первых, я использовал мел. Мелом сначала измерил все разметки, поставил черты лица, границы. И затем уже водой все разливал. Только мел и вода. Выбрать место для крупной работы было несложно, говорит Джохар. Картину он нарисовал на большой парковке у торгового центра. Чтобы создать портрет, у него ушло почти 4 часа. Джохару помогал его друг Владислав. Он снимал весь процесс на камеру и следил за тем, чтобы рисунок соответствовал эскизу. Без сложности не обошлось, говорит художник. Когда вот разметки делал мелом, вот тогда я пару раз ошибся в пропорциях. То глаз не там получился тогда. И вот только там были сложности, а так водой особо не сложно было. Я в целом люблю смотреть на любые вещи как, ну, с креативом. Я вообще хотел еще больше, конечно, но там просто ограничения стоят, вот такие бордюрчики маленькие, и из-за этого нам пришлось. Но все равно большой портрет получился. 10 ширину, ширина лица 10 метров, а по высоте 18 метров. Мурал о борьбе с коронавирусом говорит, что этой теме вновь посвятит своей работы. Они будут выполнены из других неожиданных для горожан материалов. Шапагат Куатбекова, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.